Хорошая новость для театралов. На красноярские сцены выйдут столичные актеры с новыми постановками. В городе стартовал фестиваль «Театральный синдром», организованный фондом Михаила Прохорова. Красноярцев ждет богатая программа с лучшими спектаклями российских и европейских коллективов. На сцены театров Пушкина, оперы и балета выйдут актеры Московского театра имени Евгения Вахтангова и Новосибирского «Красного факела». Открывает мероприятие постановка «Дикая утка» о сложном выборе между правдой и обманом. Для любителей классики – монументальная «Война и мир» в исполнении столичных актеров. А семейную аудиторию порадует интерактивная сказка о попе и о работнике его балде. Продлится фестиваль до 6 июля и завершится мастер-классами по актерскому мастерству. Для тех, кто интересуется театром, для тех, кто занимается саморазвитием, ну, эти мастер-классы у нас пройдут тоже 2-3 июля. Проведет профессор кафедры актерского мастерства, заслуженный артист России Родион Юрьевич Овчинников. Вот, мы ждем всех желающих красноярцев на этот образовательный проект.